Приветствую вас. Автор вопроса Мария описывает историю, при которой, когда она появилась на свет, вот, ее отец состоял в браке. После ее рождения он хотел ее увидеть, но мама автора встретила другого мужчину и создала с ним семью, о чем сказала отцу, и больше они не общались. Но мама всегда отзывалась об отце хорошо. Несколько лет назад, пишет Мария, мама умерла, и она решила найти своего отца. Вот. И из этого общения как бы ничего не получилось, потому что отец отнесся к ней с подозрением, сказал, что она третья, кто называется его дочерью. Вот, ну, вроде бы как в первом разговоре оттаял, вроде бы как в первом разговоре расположился к автору, но уже на второй разговор снова как бы ушел в отстранение. Вот, и, соответственно, что спрашивает автор? Спрашивает тогда следующее, что мне теперь делать, прошло 4 месяца, неужели это конец, писать звонить теперь я явно не буду. Понимаете, Мария, ну, штука в том, что вот вы говорите, что после вашего рождения хотел вас увидеть и, возможно, поддерживать связь. А откуда вы это знаете? То есть, ну, откуда у вас эта информация? Это первое. Второе, что признать достаточно будет, наверное, болезненно, но имеет смысл об этом задуматься. Это то, что если бы он хотел поддерживать с вами связь, он бы это сделал. То есть наличие другой семьи у вашей мамы никак не мешает и никак не влияет на, ну, на возможность видеть своего ребенка. Вот. Поэтому я бы, конечно, вот как-то бы здесь на это бы возможно, в первую очередь обратил бы ваше внимание. То есть отец не слишком стремился к тому, чтобы с вами взаимодействовать и раньше. Вот, это неприятно, ну, безусловно, это неприятно, безусловно, это вам, скорее всего, не понравится, но факт остается фактом. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, а зачем? То есть вы говорите, что делать, что, и так далее. Есть ощущение, что мы не в курсе какого-то значимого для вас, но совершенно в данном случае непонятного нам, мотивационного вектора. То есть, почему вы начали искать своего отца только после смерти мамы? Для чего? И так далее. Почему это важно? Дело в том, что в общении с людьми мы можем терпеть неудачу. То есть ситуация может быть таковой. Что вам, человек, ну вот, в вашем случае, отец, просто не даст того, что вы хотите. Вот. Ну просто вот он не даст вам того, что вы хотите. Не важно почему, не может дать того, что вы хотите, не хочет давать того, что вы хотите, это не важно. Главное другое, что не может, не дает, точнее, не может, а не дает. И вы в этом контексте
остаетесь как бы одна. Понимаете, да? То есть вы в этом контексте, в контексте как раз своей потенции, то есть того, что вам нужно от человека, вы остаетесь неудовлетворены. И, как я надеюсь, вы понимаете, ну, это оставляет вас фрустрирующей. Вот, это оставляет вас фрустрирующей, это оставляет вас, в общем и целом, очень неудовлетворённым. Именно поэтому так важно понять, чего вы хотите. То есть, зачем? Зачем вы делаете то, что делаете? Вот. Ну, ваш ответ не хочет в данном случае с вами общаться. Вот. Хорошо это или плохо, мы обсуждать не будем. Это не так важно. Важно, что он не хочет, это его право, да? Но вы к этому относитесь достаточно болезненно. И наша задача здесь заключается как раз-таки в том, чтобы помочь вам увидеть, в чем ваша боль здесь. Что фрустрируется вот таким образом, что фрустрируется в этом контексте, какая потребность не удовлетворяется, с чем вы сталкиваетесь здесь. В первую очередь хочется заметить, что вы как будто бы требуете от своего папы с вами общаться. То есть вы как будто бы прямо требуете. Ну, человек, повторюсь, может с вами общаться, а может с вами и не общаться. Да, это его право. Много лет вы не видели. И вот как-то здесь вот вы, на мой взгляд, принимаете это на свой личный счет. Иными словами, на данный момент речь идет о том, что вы пытаетесь решить некоторую проблему свою через другого человека. Вот. Понимаете, да? Вот в этом и ключевой аспект заключается. Ну, не только понять, какой. А я рискну предположить сейчас, что вы описали довольно объемно, довольно подробно, вы описали свою историю, но вы не пишете ничего о своих чувствах, эмоциях и так далее. Вы просто говорите о том, что, ну вот теперь явно я не буду писать и звонить. То есть тут
как будто бы вы обидели. Тоже вопрос. На что вы обидели? Понимаете? Если вы увидите свою обиду сейчас, если вы постараетесь заметить свою обиду сейчас и если вы за ней проследите, за своей обидой, то, на мой взгляд, вы сделаете себе большое одолжение, потому что это позволит вам лучше себя, конечно же, понять, позволит вам лучше себя увидеть, лучше себя прочувствовать, лучше отдавать себе отчет в том, что происходит с вами. И таким образом вы получите куда больше ресурсов для того, чтобы получать желаемое. Не обязательно совершенно от отца. Иными словами, я хочу сказать, что сейчас вы сфокусированы на нем. Сфокусированы и от того вы не можете, от того, что вы сфокусированы на нем, вы не можете, как мне кажется, признать что-то, что идет вразрез с вашими, ну вот, с вашими ожиданиями от него. Вполне вероятно, что у вас есть некоторые обиды на него, вполне вероятно, что у вас есть еще некоторые чувства. С этим нужно разбираться, это нужно корректировать. Но также есть и элемент потребностей, который дает о себе знать, которых вы не замечаете сейчас. Есть некий конфликт, который, по вашему мнению, должен помочь вам разрешить ваш отец. Ну, никакой конфликт ваш папа разрешить не способен. Он не может никакой конфликт помочь вам разрешить. Просто потому, что конфликт в этом смысле является ваш. Вот конфликт, это ваш конфликт, не конфликт, условно говоря, вас и отца, например. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Поэтому такой вот ответ. Вот вы спрашиваете, вы пишете, значит, что теперь делать, неужели это конец? Ну, конец, не конец, мы не знаем, а что делать, чтобы что, Мария? Удачи вам, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго.